выращиваем сельдерей. Сельдерей – одна из самых полезных овощных культур, используемая в качестве приправы. Он содержит много витаминов и минералов. Это настоящая зеленая аптека. У этой культуры три вида – корневой, черешковый и листовой. Все они выращиваются через рассаду. Хотя листовой и черешковый можно посеять и в прогретый грунт, если вы живете в регионе с теплым климатом. Дело в том, что с момента всходов и до появления хорошей листвы проходит 45-50 дней. Поэтому я предварительно выращиваю рассаду. Посев на рассаду, тоже лучше проводить, ориентируясь на погодные условия вашего региона. Важно учитывать, корневой сеем раньше, за 60 дней до пересадки, а листовой и черешковый можно и позже. При выращивании сельдерея многое зависит от качества семян срока созревания и правильного ухода. Для посева подойдет любая тара. Корневой сажаем сразу в отдельные емкости, он не любит пересадку. Почва должна быть рыхлой, питательной. Семена сельдерея очень мелкие и имеют слабую схожесть. Прорастают они на свету, поэтому их не заглубляем, а лишь чуть-чуть прижимаем к влажному грунту и закрываем емкость стеклом. После появления ростков переносим емкость в хорошо освещенное место. Окрепшую а рассаду с тремя пятью листиками пикируем в отдельные стаканчики, укорачивая центральный корень. Это поможет растению быстрее набрать зеленую массу. В конце мая, когда минует угроза возвратных заморозков, высаживаем в открытый грунт. Ростки в высоту должны быть не меньше 20 сантиметров. Участок под сельдерей выбираем солнечный с легким питательным грунтом. Рассаду высаживаем на глубину 10 см с расстоянием 20 см. Корневой сельдерей сильно не заглубляем и не засыпаем грунтом точку роста. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, рыхлении и внесении удобрений. Черешковый и листовой для наращивания зеленой массы подкармливаем в основном азотными. А вот корневому лучше дать фосфорно-калийную для ускорения роста клубни. Выращивайте ароматный и полезный сельдерей, используя его как приправу к различным блюдам и как самостоятельное полезное блюдо. Удачи вам и хорошего урожая!